юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской республики. И такие случаи являются нарушением законов страны. Как сообщает ХАК-ИНАС, об этом говорится в письмах Минобороны Азербайджана, направленных в Российское оборонное ведомство и командованию миротворческих сил по поводу незаконного проезда транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворцы РФ. В письмах отмечается, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, и рекомендуется пресекать их. Напомним, накануне азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что через открытый неуклонно выполняющим свои обязательства по трехстороннему соглашению Азербайджаном Лачинский коридор за последние три месяца из Ирана в Армению проследовало более 80 фур с горючим и иными, большей частью неизвестными, грузами. Никаких разрешений азербайджанской стороны ни ИРИ, ни Армянская республика на это не получали. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!